Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в Space Engineers Escape from Moon. Ну что ж, в прошлой серии наконец-таки я почувствовал себя миллионером. Правда, это было на мгновение всего лишь, как мне написали, в принципе, комментарии. Недолго музыка играла, недолго побыл миллионером. Сразу же я пол ляма себя просадил на покупку уранового слитка. Вот, так вот. В общем, эта серия, я надеюсь, уложится хотя бы в 30 минут. Просто я, не знаю, ну, офигеть. Серию, которую выпускаю по часу, ну это жесть, слишком длинная. Вот, и я в эту серию хочу уложиться, сделать, доделать мой бур на водородных движках. Само собой разблокировать реактор. Поставить очистительный завод, чтобы его разблокировать. Ну, в принципе, и все. Чтобы в следующей серии мы уже могли нормально там, ну, принимать какие-нибудь другие контракты. И да, и за тем кораблем пиратским я за него вовсе не забыл. Также я полечу за ним, я распилю его болгаркой, резаком каким-нибудь кораблем. Потому что вручную пилить его — это просто жесть. Итак, давайте... У нас много пластин, да? Давайте тогда, знаете что, берем остальные пластины. Что? Берем стальные пластины по максимуму. 1156, да? Какой цвет у нас полосеру или как? Убираем дерево. И продолжаем пока что расстилать нашу баску. Так, ну, само собой, я туда буду стелить. Ладно, пока что вот так. Я просто сейчас думаю поставить очистительный завод. Вот. Блин, как мне спланировать вообще базу? Потому что тут, честно, пока что получается билиберда. О, батареечка зарядилась. Интересно, от солнца? Потому что была одна единичка. Полное исчерпание. Ну да, сейчас зря же нифига не идет. Что? Гироскоп? А, это меж корабль пристыкован, точно. Так, не будем терять времени. Давайте распланируем, как у меня будет вообще база располагаться. Хотя, в принципе, пока может быть пофиг, как она будет располагаться. Единственное, потом я буду углублять ее в скалу. В общем, сейчас тогда ставим это все пока временно, потом все переделаем, все будет красиво, конечно же. Надо ставить очистительный завод. Да, и надо будет тогда конвейерную линию провести всю под базой, чтобы эти трубы везде не торчали там на потолке, еще где-нибудь. Это тоже все спланирую, все это будет. Так, а пока мне для разблокировки, да, ну, в принципе, для работы мне нужен очистительный завод, чтобы я даже смог построить компонент реактора из серебра. Если ошибаюсь, из серебра он делается. Серебро из серебра. Ладно. Так, это готово. Сюда конвейер есть. Очистительный завод выбираем. Сейчас мы положим все обратно. И выбираем очистительный завод. Он у нас разблокирован, да? Да. На него, знаем, нужно много ресурсов, поэтому что есть, возьмем. Так, ты у нас будешь не деревянный же, ты будешь у нас карбоновый. А вообще тебе гламуры можешь еще сделать. Так, вот линия конвейерная. Щелк. Поставили. Так, нам нужен мотор, труба, решетка, компьютеры. Да не вопрос. Труба. А чё так мало? Я ж никуда не убирал. А, вот еще 90 есть. Возьмем ее, компьютер возьмем. Труба, там еще что? Компьютер. А, компьютер есть. Компьютер, труба. А, мотор. Вроде бы как. Вроде бы как. Да. А, решетка. Точно, 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 решетка. Отлично. Разблокировал новые блоки. Замечательно просто. Теперь пока что, ну я же говорю, это пока временно. Ты гламурненький, ты должен быть такого цвета.
Вот, все. Так, раз, два, три трубы. Раз, два, три. Потом же еще раз повторюсь, все это дело, все эти конвейерные трубы я пущу под базой, чтобы вот это все безобразие так криво не выглядело. Чтобы пришлось все перепрыгивать, там перелазить. Вот, я знаю, что можно где-то лестницы поставить, но все равно это все фигня. Так, все, завод у нас сейчас сожрет всю батарейку. Хотя ему сейчас перерабатывать-то нечего, поэтому не будет он ее жрать. А мы сейчас найдем для него работу. Мы сейчас закинем сюда серебро. Давайте сейчас точно гляну, что нужно. А, да, нужно медпункт срочно, блин. Это вот долгая зарядка, это накаляет меня. Так. Твою мать, нам же нужен еще и сборщик-то, ё-моё, а. Куда тебя воткнуть? Может, сюда прям? Можно и сюда. Контейнер. Я не понял, кто-то мне говорил, что если даже поставить сюда модули энергоэффективности на завод, нифига. Нифига. Это не спасет. Ну, я не знаю, честно. Как с этим бороться или быть с этим. О, как раз таки можно вот так вот поставить. И надо будет инструмент сварщик обновить. Это очень долго он варит. Готово. Теперь мы можем производить новые инструменты. Так, компонент реактора, если ошибаюсь. Ну, реактор, блин, я хотел бы, конечно, поставить и на базе, и поставить хотя бы штук. А может даже один на этот хватит, как у буровую машину. Кстати, уже, кстати, водородный бак немножко зарядился. Весь ли вот израсходовал, интересно. Нет, что, 4 тонны есть. Нормально. Да блин. Так, ну пока что батарейка у нас держит. Пол батареи что-то есть. Сигнал-то далеко, 4 километра далеко. В принципе, да. Нам для маленького реактора, для маленького судна нужно, если ошибаюсь. Нет, не 100. А что такое планировщик? Это вот. Нажмите, чтобы добавить выбранный блок, или притащите его сюда средней кнопкой мышки на блоке для быстрого добавления его в планировщик. Чё? А ну-ка. Добавил. И чё дальше? Так, это что-то мне напомнило, как вот из инвентаря, только... Так, во-первых, маленькие. Три компонента реактора. Слушайте, да мы можем как-нибудь... Так, и как мне задействовать этот планировщик? Alt-G, Ctrl-G. Не знаю пока. Слава богу, мне подсказали, что активные задания у нас нажимаются на кнопочку G. Чтобы я потом не бегал, постоянно не спрашивал, сколько мне нужно ресурсов для... Там, выполнение задания. Вот, спасибо за подсказки, конечно же. Так, компонент реактора. Нам придется, скорее всего, купить. Просто дело в том, что серебро я, скорее всего, пойду добывать на этом буре. Хотелось бы, конечно. Очень бы хотелось, но... Блин. Придется нам сейчас опять раскошелиться немножко. Вот не помню где, но я знаю, что компонент реактора продавался.
нам хотя бы штучек 5 купить. И я тут заметил два маячка. Supreme Ship Building, Private Sale. А, он еще и двигается. Так, First Worldon Commercial Freighter. Тоже это, походу, какие-то корабли. Как с ними взаимодействовать, пока что я не знаю. Ну, сейчас попытаемся, конечно же, опять. Так, магаз. О, нет, только нет, что я не здесь видел, а. Что за курсор? Продать. Блин. Слушай, придется мне, наверное, вручную подавать серебро. Так, контракт. А ну-ка, давайте предложим что-нибудь возьмем на доставку. 3 миллиона? Что у нас сделать? Убить кого-то? 150 слитков. Слушайте, давайте, время не ограничено, просто принимаем. Потом золото переплавим, да привезем сюда. Мне кажется, это будет самое обалденное. Так, отлично, все. Да я понял, что выключена сварка. Так, какой ближе? Кстати, и давайте включим маячок серебра. И вот она. Давайте отображать на экране. Так, ты двигаешься в сторону земли, да? Серебро. Ой, да черт с собой, лети потом. Мне некогда сейчас. У меня... Я хочу хотя бы эту серию минут 30, ну максимум 40 уложиться. Ой, не понажал. Кстати, ну-ка нажмем. Да, текущее задание доставить золотой слиток, 350 штук. Все это у нас в карманчик улезет. И 3 ляма получим. Ну, отлично просто. Так, серебришечка. Ага. Пошли рыть. А вот она и долгожданное серебро. Блин, так редко, такой редкий ресурс и добывается, блин, так хреново. Тут еще везде камень, блин. Жаль, в нашем буре нет. В ручном буре нет фильтра. Сейчас на один камень у меня. Ну да, 4 тонны почти. Блин, ну то, в принципе, тоже нужно. Ладно, пока сейчас давайте собираем. Там-то... что за глюк со звуком был? Там-то нам, в принципе, серебро. Это что, полтергейст? Кто мои звуки повторяет? Да, походу какой-то глюк. В общем, из какого-то процента... Ну, из руды получается совсем мало процентов... слитков. Предположим, с 3, грубо говоря, тонн серебра у нас выйдет слитков, там, не знаю, может, 100 килограмм, 200. Так, ладно, не выкинуть то, что не нужно. Ой-ой-ой, камешек, подожди, тихо, не продави меня тут. 7 тонн камня, конечно, на ногу упала. Тут бы не так заорал бы я. Так, блин, ну как же тут мало серебра, а? Так, ну и сейчас насобираем уже с камнем, даже пофиг. И можно будет на базу отправиться. Думаю, вот этого количества хватит, чтобы сделать там компонент реактора. Ты кто, камень? Мы уже опять полные, да? Ну ладно, почти 5 тонн серебра есть. Давайте убегать отсюда. Капсула. Слушайте, да я прям вообще возле дома. Так, серебро пока уйди. Потом к тебе на корабле бури прилетим. Тихо-тихо. Ну что ж, давай серебро, перерабатывайся. В базовый, что ли, точно не влезаешь, да? Где-то есть базовый. Нифига, просто хотел проверить. Тогда тебя сюда. А тебя сюда. Вот посмотрим, грубо говоря, с 5 тонн, сколько выйдет у нас слитков. Пускай все это дело перерабатывается. А я могу пока что вот что сделать.
завалить дырочки на нашей базе. Не, это, конечно, долго и нудно. Ну, смотрите, грубо говоря, сейчас, думаю, 100 тонны, как раз 100 граммов выйдет. Ладно, не будем это ждать. Давайте сразу же делаем компонент реактора. Так, гравий есть, все есть. Штук 50 сделаем. Так, загружай свои. Да, все, пошел процесс, слава богу. Сейчас батарейка наша охнет и ахнет. Да, 2 часа. Заряд 267, отдача 2762. Ну, вообще зашибись, ладно. Бедная батареечка. Так, добавляем реактор. Выбираем маленький реактор. Щелк. Так, куда тебе тут вонзить-то? Где тут есть отверстие? О, слушайте, прям как специально, знаете, вот сюда и надо. Так, ты у нас черного цвета, да? Карбон. Замечательно, закидываем уран, который у нас с собой нету. Так, возьмем, наверное, 2 килограмма, остальное на базу оставим. Чтоб хотя бы батареечка зарядилась у нас. Промышленный бак, копия, смотри, весь лед съел. Бур-бур, бар, реактор. Все. Пошла у нас батареечка заряжаться. Слабенько, конечно. Ну, нам торопиться некуда, нам еще ставить сюда. Ставить сюда. Давайте, знаете, что делать сейчас. Первым делом сделаем конвейерную линию, подведем к контейнерам. Пылесоска, наверное, у нас будет... Нет, уже не будет снизу. Подождите-ка, рудаш у нас по маленьким конвейерам передается, да? Поэтому можем присоску как-нибудь присобачить вниз. Не, ладно, пускай она будет сзади. Хрен с ней. Вот. Так, все тут одинаково. Все одинаково. Так, конвейерная линия где у нас? Ставим сюда. На девяточку. Да, можно их, конечно, набрать уйма. Так. Прямая труба. Это ж правильно, прямо. Слушай, я, наверное, сюда поставлю еще, помимо водородников, ионики. Потому что не хочу все... использовать... Все водородики использовать на этом корабле. Мало ли, блин, хочу сэкономить. Все-таки так. Прямо, прямо. Что тут нифига не вижу. Ты прямо. Здесь кривой. Здесь прямо. Возможно, здесь поставлю я еще. А невозможно, это наверное, так и сделаю. Конвейер. Потому что... А чё, все я израсходовал, что ли, уже? Нифига себе. Потому что буду движки располагать. Как раз таки буду водородные движки располагать на этих конвейерах. Так, одна у нас есть. Надо теперь подумать, куда движки ставить. Можно, кстати, сюда. Вот, так. Тут 2 на торможение поставлю. И тут 2 на торможение. Это будет у нас на приземление. Вот эти вот 2. Так, знаете, что не поставил? Это гироскоп. Ладно, то потом. Я вот думаю, на торможение движков немало ли. Слушайте, у нас еще тут... Можно движки вставить.
Так, сзади что у нас? Сзади вот что у нас. Неправильно был цвет подобран. Слушайте, походу и здесь неправильно цвет. Вот такой цвет у меня. Вот. Теперь все правильно. То у меня какой-то неправильный черный цвет был. Слушайте, вот эти можно спилить. Не упадет ли у нас рука? Нет, нормально все. Итак, ну вот более-менее что-то уже похоже у нас на бур. Только с одной стороны. Пока что броню ничего не буду закрывать. Блин, хреново, что батарейку я прикрыл, не видно заряда. Ну, может будет тогда скрипт какой-нибудь впилить сюда. Да и нормально. Так, гирокомпас. Ой, гирокомпас, гироскут. Фу, боже это мой. Гироскоп. Не знаю, поставлю пока что один. Так, маленький, пожалуйста, мне, пожалуйста. Можно... Слушай, даже два можно по бокам. Давайте, наверное, два. Как раз тут по бокам. Мы просто сейчас нагрузим его, корабль наш. Наверное, вот так как-то. Так, один. Да нет, сюда давай. Так, отлично, это готово. Блин, все-таки я думаю насчет торможения. Четыре движка немало. Ладно, куда-нибудь тогда ионики воткнем. Как дела у нас с этим, с серебром? 455 килограмм. Так, ну что, может добыть золото, сразу прямо заработать? Ну, сейчас мы достроим корабль. Так, ладно, я сейчас за кадром быстренько... То же самое с конвейерами. Замочу. И продолжим. Закинул я еще немножко льда. Пускай заправляет наш водородный бак. Так. Кислород у нас будет снабжать. Водород есть. Энергия есть. Есть питание. Хорошо. И хранилище энергии. Ну, а и гироскоп есть. В принципе, все. Осталось нам только поставить движки. Водородные, разумеется, пока что, изначально. Давайте-ка вас вот сюда на пятерочку. Ой-ой-ой, поменьше, пожалуйста. Давайте нащелкаем сколько можно. Батарея-то там жива еще? О, нормально. Ну что ж, давайте располагать. Так, блин, а тоже не видно будет зарядку, индикации. Да и ладно, хрен с ним. Блин, вообще-то хреновенько. Ай, да хрен с ним. Так, сюда двушечку. Сюда. Двушечка 4 на торможение. Но это уже не ионики будут, поэтому... Зашибись. Сюда можно поставить на приземление по 2. Так... Да даже можно и воткнуть и сюда еще один. 3 на приземление. Так, торможение есть. Так, по бокам теперь. Ну, по бокам я тоже можно по одному воткнуть. И остальные... А, зачем по одному, если вот еще есть? Ага. Можно вспомогательные еще ионики поставить. Так, я тут неправильно немножко сделал. Да, что ты будешь делать? Чего нужно тебе? Внутренняя пластина? На. 50 штук. Готово. Что нам делать сзади? Ну тут присоска будет. Как же нам движки расположить, я хрен его знает. Можно воткнуть сзади, кстати, большой ионик.
Даже два больших ионика. Ну, нам тогда надо будет ставить не два реактора, не один реактор, а два хотя бы. Ну, я так думаю. А ты что не горишь? А, я понял, почему не горишь. Чё, надо мотор, да? Блин. Да что какая... Нет. Да... Блин. Всё? Загорелся? Все равно не горишь. А что тебе не так? Так, ну вот линия идет конвейерная. Бур питается, ну а чё, не пойму. И тут то же самое, нет, тут загорелся. А, все, заработали, да? Очнулись. Шикарно. Фу, как же, блин, быть сзади? Блин, у меня какая-то херня получается. Там-то ладно, будут буры бурить. Буры бурить. Все-таки, блин, я немножко задницу переделаю. Ну, нифига мне это не нравится, расширение. Будет у нас, наверное, один контейнер. Да. Давайте переделаем. Так, у нас ничего тут не идет к ним. Кроме конвейеров. Так, здесь мы поставим тогда маленький средний контейнер. Да, блин, зря я закрыл движки, и он и сам буду ставить их. А, зачем я взял, если у меня все равно компоненты были? Так. Вот так. Снова нам ввести конвейерную трубу. Так уж и быть. Блин, а как бы нам так? Вот бы сзади поставить, знаете что? Большой. Как-нибудь вот так, да? Два штуки, да. Господи, поставься как следует. Но два штуки больших, это будет чересчур. У меня вообще весь кислород, ой, водород будет улетать в космос. Вообще так бы было прикольно. Внешне. Прикольно, но, блин, нет. Блин, как бы нам тут замутить? Черт возьми, друзья, я даже не знаю. Так, пока что будет вот так. Сейчас мы немножко переиграем. Он слишком широкий получается. Поставим, наверное, здесь конвейер чуть выше. Так, чтобы не запутаться сразу. И здесь. На него движок. Ой-ой-ой, маленький, конечно же. Так, на по бокам у меня пока что один, да? Ну, поставим, ладно, два.
Так, все ж синхронно. Ну, практически. Так, дальше будет присоска мне идти. Пластина, сейчас возьмем. А вот что сзади ставить, я пока что до сих пор в раздумьях. Либо, ну, один опять не будет гармонировать, и один движок большой. Если ставить, то два больших. А ну-ка, давайте попробуем два больших ионика поставить. Запасаться плюс энергии просто жесть. Ой-ой-ой, какой он. Хотя подождите-ка. А давайте поставим. Раз, два. Как раз там ионные ускорители есть, чуть-чуть детали эти. Смотрите, он просто как раз идеально подходит, и он ничему нигде не упирает. Ой, я деталечки забыл-то, я аж одну штуку. Не знаю, все взяли. Так. Ты меня, это, пожалуй, не надо. У меня там 300 штук их. Так, готово. Готово. Придется нам раскошелиться на одну батарейку еще. Поставим два реактора, две батареи. И, в принципе, нормально. Смотрите, мы тут можем затюнинговать еще корабль. Броней как-нибудь. А то, конечно, сейчас он улит не очень красиво. Ну, ничего. Давайте сейчас разберемся с количеством движков. Так, на приземление мне еще нету. Давайте поставим где-нибудь здесь. Знаете, вот я сейчас говорю приземление, там все такое. А самое не приземление, а на взлет. На взлет у меня вообще ни одного движка нет. Ладно, предположим, здесь я не поставлю. И все. Так, здесь можно, здесь, здесь. Ну, давайте как-нибудь попробуем воткнуть. Раз. Два. Так, я понял, пошел за инструментами. Так, сюда. И как раз получится у нас 4 штуки, да? Можно также опять такие ионики еще в дополнение добавить. Готово. И вот смотри, сюда вот как раз, мне кажется, влезет батарея, да? Просто давайте прикинем. Да. Идеально просто. Восьмерочка. Даже все ресурсы на нее есть. И главное, как-нибудь ровненько поставить ее, чтобы я видел, что она ровно стоит. Да, ровно. Все. В принципе, готово. Но один реактор у нас не будет справляться, поэтому она... Блин, куда же было поставить так, чтобы... Давайте здесь поставим, наверное. Здесь один воткнем и с другой стороны. А, блин, что за проблема с этими пластинами у меня? Так, девяточка. Так, тут не будет ничего вредить. Нет, ничего не будет, нормально. Так, и давайте отсюда заберем
уран. Смотри, у нас полный получается этот водородный бак забился. Так, заберем себе. Отсюда-то значит, спилим. Что-нибудь другое этого воткнем. Возможно, на приземление. Что там за сигнал? Спарете Раст Фрайтер. Ну, не до тебя сейчас. Можно, в принципе, сюда еще один водородник воткнуть. Ну, кстати, у нас нет фар. Пока. Нет фар. У нас неправильные гироскопы стоят. Один так, другой так. Ну ладно. Так, реактор еще раз. Куда тебя? Вот сюда, на восьмерочку. Нифига себе, откуда метеорит у нас появился? Раньше вроде не было его. Раз. Два. С. Так, и сколько у нас там урана-то осталось? 8. Возьмем еще 2 килограмма себе. Думаю, 6 для базы достаточно пока будет. А там, смотри, дальше еще найдем урановое месторождение. Так, малореактор 1, малореактор 2. Все, у нас корабль, в принципе, готов. Осталось воткнуть еще по дополнительному ионному движку. И, в принципе, можно попробовать и полететь на испытание. Так, все, вытащим. 6 движок, маленький, конечно же. Раз, два, три, четыре, пять. Короче, берем по максимуму, а потом видно будет. Так, ну, на ускорение, думаю, должно хватать этого. Сейчас надо будет поставить. Как бы так сделать это все красивенько, чтобы было еще. Может быть, вот так? Или все-таки вот так? Вот, наверное, вот так. Блин, вообще хотел тут фары поставить, нет. Давайте это все-таки вот так. Ты сюда. Ой, а что, сейчас тут поспилил, да? Один сюда. Так, для поворотов у нас вообще получается два движка. Ну, блин, маловато. Ладно, тогда пускай у нас будет еще в дополнении два ионика. Даже, может, три, я думаю. Да? Или, может, даже 4. Или это будет слишком дохрена. А, вот, кстати, индикацию можно смотреть водородного бака. Да, сверху, в принципе, тоже. Так, ладно, раз, два, три, я сказал. Есть. Так, торможение есть, маневры есть. Нет, нет, еще нету. Все, теперь есть маневры. Так, ну что еще нужно? В принципе, все, да? Для работы, в принципе, он готов. Ну, фонарь поставить, прожектор. 2 штуки. Вот сюда вот, вот так, раз, два. Может еще камеру, ну потом, не сейчас.
На ускорение, я думаю, два больших ускорителя ионных хватит. На взлет мы сейчас тогда испытаем. Так, что, как дела у нас? Там уран не весь ушел. 1,7, 1,7. Нормально, пока что живем. Ну что, друзья, отчаливаем. О, как мы резво взлетели-то. Ну, понятно, что гравитация, конечно, тут. Слушайте, да он, мне кажется, нормально летает, а? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да он, кстати, задом быстрее разгоняется. Слушайте, да и на взлет, мне кажется, больше и надо. Вот 4. Пока что пойдет. Что там по маневрам? Ну, опять-таки, он весит пока что копейки. Слушайте, я доволен. Я очень доволен. Осталось нам, знаете, что сделать? Приземлиться. В принципе, я воплотил свою мечту. Я как хотел, поставил завод, достроил свой бур. Единственное, сейчас давайте все эти движки, и он водородный, точнее, в одну группочку скинем. Назовем воды. И куда-нибудь вот сюда вот. Хотя опять-таки зачем это делать? Ну все, давайте слетаем сейчас за золотом, попытаемся добыть его. Он, кстати, тут тоже тут не очень далеко. И заработаем мы. Ой, не то, не то, не то. 3 ляма, надеюсь. Сколько там надо слитков? 150. Это нам под завязку на контейнер надо забить, потому что золото тоже из руды очень мало слитков получается. Золото 274 километра. Что там у нас по... Полный, короче. Ладно, взлетаем. Блин, хреновенько, что ночь. Полетели. Телек, телек. Да, вообще, вот это вот понимаю. Кораблик. Ой, вообще ничего не видно. 150 уже загнались, я даже просто это газ нажал и уже 150 летим. Нормально, чё. Друзья, знаете что, мы забыли сюда поставить детектор руды. Твою мать. Ух. Золото вон. И помимо всего, мы сейчас вообще его потеряем, у меня еще нет. Не маячка, ничего, блин, как вот собрался называется, а? Все, поставил наконец-таки. Давайте теперь настроим маячок, давайте побольше. 20 киловатт будет жрать энергии, да, на 50 километров. 50, мне кажется, до хрена. Я думаю, вполне хватит там и 15, 10, даже вот, 12. Так, и детектор. Детектор. На 50 метров. Ну все, в принципе, можно управляться за золотишечком, а там уже и за миллионами. Ой, 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 тихо, тихо. Офигеть, опять только глянул уже 160. Это мы разгоняемся. Но опять-таки, это все, он еще пустой. Так, все, 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 тормози, 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 тормози. Золото, 80 метров, вы что, серьезно, что ли? Может, как-нибудь со скалы можно поближе все это прокопать дело? Конечно, можно попробовать, что не кайф вертикально пилить. Ой-ой-ой. Да, так намного проще. Вот она золотишечка, я уже вижу, это прекрасненький. А, это, подожди, не золото. Это покажу. В смысле? Уже туда?
Так, что-то... Подожди, это ж не золото пока, да? Нет. Ладно, сверим дальше. Вот она золото, вот она драгоценное мое золото. Даже пофиг, что с камнем будем. Охренеть, золотишечка, иди ко мне в карманчике. Блин, как обычно, очень мало его, тоже очень трудно добывается. Слишком много камня здесь. Так, у нас 90% водорода. восемь тонн. Ну это скорее всего там, не скорее всего, а по-любому там больше всего камня у нас. Сколько там хоть примерно? Слушайте, ну 5 тонн золота, ну это уже нормально. Неужели 150 килограмм слитков не будет? Платина, да, вот платина, да, ты насобирал там даже 10 тонн руды, а слитков там будет вообще копейки. Она очень вообще, блин, противная в этом плане. Ну, давайте до соточки добьем. Девяносто пять. 99. Нормально. Сейчас вот эту золотую жилу спилю всю. Вот до чего доводит жадность. Уже 117 тонн. Так, что, он с корабля застрял, что ли? Так, а ну-ка, просвели-ка. Так, я тут, походу, как Винни-Пух застрял. Надо выкарабкиваться. Так, 130 тонн, друзья. 13 тонн золота. Неужели... О, да смотрите, у нас даже здесь есть, да? Ну что, нормально. Зато сколько камня, из камня тоже сколько много приятностей вылезет. Ладно, что ж, летим тогда на базу. Смотрите, у нас корабль весит 130 тонн. В принципе, более-менее еще управляется. Золото пока что можно маячок убрать. Так. Слушай, постепенно у нас налаживается ситуация. Можно в скором времени действительно уже пилить базу. По 30, ну, даже более-менее еще и тормозим. Нормально. Нагрузка, смотрите, у нас не хватает как бы двух иоников. Идет 54%. Ну, мне кажется, или, в принципе, пойдет, я не знаю. Можно, думаю, еще по парочке добавить иоников, либо водородников назад. У нас, кстати, место есть под два штуки. Вот. А, они как раз в ионик упираются, да? Нет, тогда нету. Вот есть. Вот внизу. Вот, 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 вот тут. Можно поставить тут водородник и тут. Чтобы не так напрягать ионные движки. Блин, сейчас там опять коннектор переделывать надо будет. Магний, кремний. Ой-ой-ой, что-то меня так закрутило. Слушай, а что ты тут делаешь-то, не пойму. Так, ладно, хрен с тобой. Где тут у нас коннектор? Оставим тебе сюда. Что там есть, ресурсики у нас? Я что-то не понял, что у нас инструменты валяются внизу. Так, компоненты, мотор 99, нифига себе. Улажим все. Так, теперь надо как-нибудь аккуратненько. Кстати, что у нас тут с батареей? Также два, ну замечательно. Сейчас золото пережу, у нас батарейка ахнет и ухнет. Надо будет тогда сюда поставить.
Реактор. Ну, друзья, скорее всего, реактор я поставлю уже за кадром. Сейчас самое главное нам... Блин, боже мой, как же задом тут трудно ездить. Твою мать. Главное, ничего не зацепить. Да блин. Поэтому надо ставить камеру. Нам сейчас самое главное переплавить золото, да и отдать его. Так, ой-ой-ой, надо еще ниже. Так. Ну что, никак не присосемся, что ли? О, готово. Все, давай, последний лед забирает, а? Скотина. Так, ну что ж, где у нас... Где у нас... Завод. Так, все, уже золото пошло на завод. Хорошо. Слушай, он все перекинул, да, и камень уже переработал. Ну нифига себе, какой шустрый. Вот, и даже камень сюда перекинул завод. Ну, замечательно. Ладно, пока пускай заряжается все это дело. Лампочки выключим. Сейчас посмотрим, как там слитки у нас. Да, мне кажется, нифига, 40 минут даже не ложусь в серию. Так. Где у нас золото? 140... Ой, 15. Слушайте, что-то прям... 17 килограмм из 13 тонн. Даже не знаю. Так, куда у нас уран уходит? Уран, пожалуйста, стой. Ты нужен нам на базе. Давайте где мы здесь приземлимся. Это все выгрузили, да? Все. О, нифига, уран пополнился. Все. Садись, приземляемся. Выключаем движки. Все. Ионики это пусть работает, в принципе, они на холостых ничего не берут энергии. Заряжаются батарейки наши. Так, ну блин, насчет... Хотя, в принципе, смотрите, 11 тонн, 40 килограмм. Нам надо еще раз... Знаете-ка, напомню, 150, да, килограмм? 7,8 литров. Ну, где-то так. Ладно, что, так уж и быть, подождем. Для вас, конечно же, это будет во мгновение, а вот у меня прицепа терпеть и подождать. Вы не поверите, друзья, я уже думал, сейчас расстроюсь. У нас сколько там было, 11 тонн мы добыли руды. И вышло ровно 152. Офигеть. Я думал, сейчас не до бог не хватит, просто опять заново лететь. Ладно, берем их с собой. Не буду трогать корабль, сейчас по-быстренькому слетаю. На джетпаке. Вот, и сбросим, точнее завершим задание, я получу 3 ляма, черт подери, 3 целых ляма. Офигеть, вот это я буду точно миллионером, хотя бы вот уже даже не на время, а на какой-то определенный промежуток времени, надеюсь, это затянется надолго, потому что я в этой игре хочу быть миллиардером. Так, тихо, все, улетели аж, замечтался что-то я. Ой, блин, вот эти вот входы искать. О, дружище, еще ты тут стоишь. Мы обязательно сделаем мясорубку, друзья, и переплавим все это барахло. И все равно в итоге мы будем делать большой корабль боевой. А он будет мой самый из первых кораблей, когда даже начинал играть игру, проходить. Space Engineers, самый первый сезон. И вот я буду его строить. Назывался корабль Пузырь или Желток, или
как его только не называли, лимон. Так, ладно. Потом насчет этой темы поговорим. Завершаем задачу. Офигеть, друзья. 3 долбаных ляма. Я могу себе позволить уже много чего. Покупать, конечно же, ничего не буду, пускай денежки дома полежат. Блин, хотя хочется, знаете, что-нибудь отсюда. Что-нибудь поубирать. Ну, вот эти... Вот эту ерунду мы сами, конечно, можем спилить. У нас еще 2 килограмма осталось. В общем, все, друзья, на этом пока серию закончим. В следующей серии мы тогда начнем строить резак, распилим полностью пиратский корабль, потому что на нем дофига еще ресурсов осталось. И из этих ресурсов начнем уже все-таки делать полноценную базу, потому что вот этот резак, который у меня на Луне сейчас, ну, это вообще ничего. Там даже негде подышать особо кислородом, поэтому будем потихоньку развивать уже базу. На этом все, всем спасибо за просмотр и пока.